Всем привет! Привет, YouTube! Привет, подписчики! 1 мая! Всех с праздником трудящихся! О чем сегодня будет небольшое видео. Подошел момент, сегодня я высаживал прямым способом семечкой в грунт огурчики. Вот тепличка, пока здесь находится клубника, но она скоро уже будет поспевать, а к этому времени будет пробиваться росточки, подрастать огурчик. Значит, как я это делал? Сейчас покажу, значит, посерединке между рядками клубники находятся грядки с огурцом, с будущим огурцом. Вот это вот. Вот грядочки. Вот это вот. Вот так вот оно здесь идет. Это то, что уже заделано. То есть вдоль, как вот в прошлом году было, вдоль капельной ленты. Вот так вот будут располагаться ряды. Получается здесь их 7 штук. Значит, огурец в этом году в теплицу я посеял артист. Брал в магазине очень оперативно. Вчера позвонил, договорились, сегодня привезли. Артист F1, 250 семян. Это для теплицы. А для улицы еще отдельно пачка шакти. Ритцван фирма. Ну, то потом отдельно покажу. Значит, все полностью 250 ушло. И буквально там на одном ряду не хватило нескольких штучек. Значит, то, что осталось, сейчас вот покажу, не заделанное еще. Значит, вот расстояние, да, ну вот от клубники примерно тут 25-20 сантиметров, вот как бы такой вот рядочек. С вечера я пролил здесь через каплю, ну когда поливал клубнику, чтобы земля была влажная. С утра это все дело ручным культиватором, там типа ежика, прошелся, потом грабелькой, получились вот такие вот как бы грядочки, да? Вот это где придавлено, вот, вот и дальше, то есть это луночки уже с семечками. Ну и соответственно, вот. Там, где находятся вот краники капельной ленты, это проходят ряды. Вот так вот все. Немножко сбоку от клубники. Так, вот семечки уже там. Зеленого цвета обработанные. Расстояние между лунками, значит, я по маркеру брал, выдерживал, чтобы было 35 сантиметров там, ну как говорится, плюс-минус миллиметр, ну 35 сантиметров. В прошлом году я делал там 32-33, ну в этот раз немножко тут увеличил, как раз у меня в аккурат получилось, вот остались 4 луночки, да, но сюда я потом досею. Их оставлю как метки. Досею или в другой, или подойдет, может быть, рассада там у меня мамардики будет. Сюда кину. Значит, с помощью чего я делал лунки? С помощью не такого вот, такого не хитрого приспособления. Пластиковая бутылка. Вот вам лайфхак для того, чтобы сделать луночки. Показываю. Берем бутылку, придавили буквально вот до горлышка.
Там примерно получается около 3 сантиметров. Притрамбовали, и вот вам луночка. Вот луночка с семечкой. Очень, я вам скажу, даже быстро придавил, тем более земля влажная, и отлично получается. Нигде не видел, как-то мне пришло оно само в голову, ну, это по принципу, когда я в стаканы делал, там у меня была палочка, тоже маркер, ну, так делают люди, там наматывают или крышку приделывают, вот он, как делать. Значит, чтобы намерить вот эти вот лунки, разложить семечки, у меня ушло около 1,5 часа. После этого берем вот так вот, пригорнули и чуть-чуть притамбровали. Здесь лунка глубина, говорил уже, значит, около 3 сантиметров. Так это. И вот так вот сегодня я посеял огурец. В этом году безрассадный способ. Хочу попробовать, как бы. Ну вот, все. Огурчики в тепличку посеяны. Теперь будем, значит, ждать всходов. По мере необходимости будет здесь это все дело поливаться, естественно. Вот редисочка растет для еды. Клубничка цветет. Бутоны уже есть. Вот клубничка. Есть побольше. Сейчас покажу. Сегодня нашел даже одна бочок. Поборел чуть-чуть. Вот. Это сорт Клэри. Вот первенькая. Бочок поборел. Ну, это эксперимент для себя, потому что это высаживалось еще зимой, потому и эксперимент. И, может быть, я закончу с огурцом в теплице, он и на улице для себя будет расти неплохо, а здесь будем клубникой, может быть. Но это такое. Все, на этом заканчиваю. Всех еще раз с праздником 1 мая. Огурчик я высадил. Теперь буду ждать всходов. Что будет получаться, покажу. Все, на этом пока. Всем удачи, здоровья, всего хорошего.